и середину поля. Пока здесь немного соперников. Веселов. Лоськов. Хороший пас и атакует Локомотив, приближается к воротам. Выход один на один, Крылачев, гол, прекрасная атака. Блестящие футболисты Локомотива сейчас провели комбинацию. Арбитр предлагает быстренько в центр поля, не очень тут тратить время на объятия, иначе сейчас покажет желтую карточку, он же в карман полез. Евгений Крылачев, 1-0, 32-я минута. А мы еще раз смотрим. Маминов сделал передачу. Прекрасную передачу сделал Маминов. Запишем. 1-0. Прекрасная атака. И смотрите, сколько было соперников. Ну вот что значит точный пас. Вот что значит умение открыться, как говорят футболисты. Это Хорлачев. Итак, запишем. Евгений Хорлачев 1-0. Еще раз напомню, что турецкая команда в 1-16 не пропустила. Мяч мог попасть в ворота. Мустафа Бил попал в ногу. А вот из футболиста Локомотива угловой. И это тоже опасно. Джанаше. И он умудрился впустить мяч. Мустафа. И гол. Все к этому и шло. Один-один. Мяч практически не держался, футболисты Локомотива. Они нервничали, ошибались. Как говорится, гол назревал. И смотрим еще раз эту комбинацию. Нури. Машел хорошо сыграл головой. Мустафа упал и не попал по мячу. А набиравший Туран, пятый номер. А в это время что-то на одной из матчей свет погас. Противоположный ворот. Ну и хорошо сыграл Машел. Мустафа. Уважаемые зрители, ответный мяч обороны команды Локомотива провел Узун Туран. Туран, да, защитник, который вовремя. Тут не знаю, что будет дальше опять. У нас опять этот... Да. Так, штрафной, мяч летит верхом. Все прыгают и гол. Ну что ж, это неплохо. Футболисты Локомотива стараются скорее мяч принести к центру поля, чтобы пытаться еще. А кто же забил мяч? Джанаше. Посмотрим, может быть, повтор будет. Мы сейчас увидим. Там была сутолка у ворот. Итак, штрафной удар. Мяч летит через всю почти штрафную площадку. Да, за Джанаше. 2-1. 2-1. Еще раз смотрим. Вратарь ошибся. На выходе, вышел вперед, даже руки не поднимал. И 2-1. И футболисты Локомотива вдруг заиграли, забегали, словно очнулись.